Добро пожаловать на канал Росгоусадьба. Сегодня мы будем производить монтаж теплицы капелька, ширина 3 метра. Так, здесь у нас фундамент по тепличку 3 на 5 капелька. И там дальше две теплички 3 на 4. На данном этапе мы собираем торцы, брус и скручиваем каркас. Ну что, вторая часть монтажа у нас. Третью теплицу мы тут собираем каркас уже. Первые две практически готовы. Осталось прокрутить поликарбонат. Ну и дверьми заняться. Доделать все остальное. В принципе, по мелочи. Тут сейчас прикручиваем конек. Ставим торец второй. И будем также накидывать поликарбонат, прихватывать, прокручивать второй конек и натягивать его. Ну что, монтаж у нас подошел к концу. Доделали мы три теплицы. Прокрутили до конца поликарбонат. Также торцы с форточками. И по низу проклеили перфоленту и одели профиль. Также было прокручено брусу. Каждый фундамент был вдобавок закреплен колышками. Добро пожаловать на канал Росгоусадьба. Сегодня мы проводили монтаж трех теплиц. Три капельки, крепыш. Ширина теплицы 3 метра. Длина 4. Две штуки. И одна 3 на 5. Устанавливались они на брус 100 на 150. Брус ложили на ребро. Поликарбонат 4-миллиметровый. На торцах уплотнительная резинка для более плотного прилегания поликарбоната. Крючок для того, чтобы зафиксировать форточку для проветривания. Внизу, что на торцах, что на арках, перфолента и профиль. Две теплицы одинакового типа. Получается дверь распашная с форточкой. И торец с форточкой глухой. Брус также закрепили кулями. И третья теплица. Как я говорил, 3 метра шириной, 5 длиной. Такого же плана. Дверь, форточка. Торец глухой с форточкой. И все точно так же. Брус на ребро. И также закрепили колышками. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.